мы, конечно, и сами попросили, что мы лучше в этот день будем приезжать в Южно-Сахалинск, потому что здесь мы встречаемся с однополчанами наших ребят, с мамами встречаемся. В этот раз, видите, мам уже все меньше и меньше. Нас вообще, по-моему, трое нас, все. А всегда все приезжало много, а сейчас уже многие мамы не могут. Ну, а с Натальей мы сейчас, как говорится, стали сестры по крови, пролиты нашими сыновьями. Мы с ней ездили в Чечню, месяц были. И вот такие горестные даты нас сроднили, мы сейчас с ней роднили.